Вот так вот потихонечку сажа шагом разбирается внутряночка. Снимаются вот эти вот вещи все. Ремешки со всяких промежностей, пронежностей. И разбирается дальше салон, задняя часть. Продолжаем разборку. Вот задние седла, спинку сняла. Теперь разбираем. Вот открутил ремни безопасности. И вот этот еще как бы двойничок. Надо открутить. Подразобрали мы немножко салон, багажник. Я думаю, видно. Сняли шахту. Значит, именно по этой машинке нюансы небольшие. Значит, здесь у нас подогрев сидений. Вот он есть. Вот он включается. Теперь ручка здесь держится на резьбе. Вот, чтобы никто не сдергивал, она просто, вот она, ручка переключения передач, она там на резьбе. Кому-то может пригодиться. Ну вот, примерно так выглядит. Сейчас я решил подразобрать двери. Начинаем с задних дверей. Значит, какие тут моменты. Вот здесь в торце есть клипсочка. Вот такая она вынимается внутри. Вот хорошо, что не упала клипса. Ладно, подберем. Дальше, значит, как крепится ручка. Вот она у нас ручка, прокладочка. И крепится она так же, как вот раньше в копейках, тройках, шестерках и так далее. Крепились ручки. То есть достаточно легко снимается. Вот здесь с ручки начинается вот так. Надо отщелкнуть. Вот они, защелочки. Вот. Отщелкивается с этой стороны. Вот отсюда. Вот. Вот она, ручка. Вот с этой стороны отщелкиваешь, и она вот так снимается. Вот. Ну вот они, крепления видны, да? Всем понятно. Это вот вперед. Вот этот уклончик. Дальше здесь выдергиваются снизу вверх. Вот на защелочках. Вот раз защелочка. Вот она, два. И направляющая. И на этой части. Вот. Тоже на защелках. Вот, ну дальше болтики, и все достаточно легко и просто будет сниматься. Это к тому, что иногда кому-то такие вещи могут пригодиться. При разборке машины иногда бывает как бы проблемно разобрать. Чтобы не мучиться, вот посмотрите видео, и все легко и просто. Вот в таком виде дверь. Значит, что мы делаем дальше? Снимаем вот эту планочку. Снимаем вот эту пленочку, вот аккуратно. И чтобы не выпачкиваться в нее, заклеиваем вот так вот это все скотчем. И дальше будет что? Продуваем, прочищаем, вытираем пыль и обесшумливаем дверку. Что надо, замовиливаем и собираем ее обратно. Значит, тут будет обесшумка небольшая такая, без фанатизма по машине сделана. И промовилим. Ну, промовиль потом отдельно, когда дойдет ход. Пока что идет разбор. Разобрали водительскую дверь. Тут, как говорится, отличия небольшие. Зеркало у нас стоит. Дальше. Вот в этой части, вот внизу двери, тут обечайку, вот там в нижней части, решили закрутить саморез. Вот здесь стоит мастер-замок управления стеклоподъемниками передними, блокировками дверей и прочим. Теперь тут добавилась музыка, ну и вот здесь зеркало. Все то же самое, все вкручиваем, все вот эти болтики
разбирается также. Вот, и еще один нюансик тут, вот две затычечки здесь, зеркало вынимается вот из этих двух мест, в пазах вот такие вот штучки стоят с защелочками, на конце шарики. Вот, а так в остальном все то же самое, что и задняя дверь. Вот, собственно, тут ничего сложного. Ту сторону я не буду снимать, там все как бы зеркально. Так что не будем терять время ни свое, ни ваше. Это у нас одна дверь. Дальше вот в этом пакетике с этой двери комплектующие, вот она. Все. Все по порядочку. Вот разборка салона завершена. Дверки вот здесь по мастике обклеены, чтобы в нее не пачкаться, не вляпываться. Здесь тоже все подразобрано. Потолок снят. Надо привести все тут в порядок, подобрать пыль, грязь, то есть пропылесосить влажной тряпочкой, пройтись. Убрать пыль, потому что нам сюда надо будет наклеивать и обезшумку, и прочее. Мовилиться здесь все будет. Вот, чтобы мовиль хорошо брался. Вот, разборка, в принципе, здесь завершена. Остается разобрать перед. Здесь мы снимаем бампер, крылья. Ну, это уже, как говорится, следующий момент.